привет, мои хорошие, привет, привет, привет. Ужинаем вместе. Роллы у меня 5 штучек здесь, больших, крупных, классных, и 4 штучки здесь. Итого 9, ни много ни мало. Соевый соус, имбирь. Ну, я так понимаю, что имбиря мне будет мало, поэтому я себе приготовила, рядом поставила вот эту вот бадью. Подбавлю. Приготовила васаби, приготовила пиво. Холодненькое, классненькое. У меня дома еще один есть сорт пива, но оно оказалось, стоит в шкафу, и оно не охлажденное. Поэтому отдала предпочтение холодненькому. Ой, господи, как пахнет. Солод. Это у меня обыкновенная Хольстон. Так, давайте смажем. Поставим небольшие укольчики. А что с васаби? А, вот, есть, все есть. Так, ну много тоже не надо, это же не варенье. Так, сейчас мы помажем. И этой помажем. Вот это. Сейчас мы все смажем и будем есть. Ух ты, вот эти вот даже с красной икрой. Вот эти-то вот, ха-ха. Ой, и когда я выкладывала, я даже не заметила. Вы представляете? Вот эти вот вообще как торт. Это надо же, такие красивые, да? Посмотрите, вообще как торт. Ха! Еще сверху такая пироженка. Так, ну давайте. С какой начнем? Вот с этой. Ну вот, начинается. Сейчас я налью. Ну, налью так налью, что делать? Не могу себе ни в чем отказывать. Соевый соус тоже приготовила. Ну-ка. Вкусно. Охуенно. С укропом, видите? Так, давай, помокни. Помокни капитально. Я вот думаю, не мало ли я взяла 9 штук? Мне кажется, мало. Но я взяла все разные вообще. Инна. Ну, что ты даже взять имбирь не можешь, чтобы знать. Они достаточно крупные. Одна штучка стоит 27 ре. Вот это вот. Я не покупала ни соевый соус, ни имбирь, ни пиво. Ролики у меня вышли на 26. На 260 рублей. 26. Ну, наверное, контейнер там посчитали. А у меня 9 штук. Какие вкусные, а. Как хорошо пошли. Ну, знаете, это вот моя не самая любимая еда. Вот я их могу поесть, но не так часто. Но вот когда я их ем, я всегда их ем с удовольствием. Так, ну вот видите, разваливается. Разваливается. Сейчас я ее подхвачу. Блин, Инна. Такая вкусная. Сука. Дай-ка я подхвачу. Нормально. Раз, два, три. Еще 6. Еще 6. Та-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та. Зарплату сегодня выдали. На работе была. Ну, короче, хороший день. Меня Женька звала в гости. Моя подружка.
я поняла, что я не смогу. Я не смогу увидеть эту маленькую латку. Иначе мне потом не восстановиться будет 2 дня. Нервно-психическое состояние. Предпочла не ходить. Она пойдет в садик. А когда она будет свою неуемную энергию где-то там оставлять. Иначе я не пойду. Что-то слепленный тяп-ляп. Ну, вкусные. В принципе, вкусные. Я вообще не понимаю людей, которые пишут всякие поганые отзывы на сайтах. Вы верите в плохие отзывы на сайтах? Я нет. Ну, серьезно, я не верю. Я никогда их не читаю. Потому что человек пишет, когда только все плохо. Допустим, смотрите, я вот так думаю. Если, ну, к примеру, отель принял 500 посетителей, и троим не понравилось. 497 никто не напишет. А вот 3 человека, которым не понравилось, напишут. Хорошего мало пишут. Пишут только плохое. Все разваливается. Видать, не очень хорошо слеплены. На вкус ничего такие. Да ёб твою мать, Инна. Какой-то, да? Неудавшийся мукбанг. Я почему-то думала, что я не хочу есть. Я их взяла вот так вот, знаете, чтобы так вот, ну, чтобы поесть и так перекусить. А вот сейчас думаю, может, мне еще бы поесть. Хотя еще об этом рано говорить, потому что у меня еще вот 4. Я съела буквально половину. У меня, в принципе, чувство насыщения есть. Ой, зато чувство насыщения нет пивом. Я сегодня, знаете, что ела? Салат мой, который я вчера приготовила. Сейчас, знаете, что сделаю? Сейчас я себе сменю соус. Что я сделала? Я уронила телефон. Да, я смогла это сделать. Даже не удивляюсь. Находит. Прошу прощения, что я вас стукнула. Прошу прощения. Так, ну-ка съедим вот это вот, как торт. Поди ничего. Мне кажется, я разучилась, да? Есть, во-первых, палками. Как-то у меня раньше ловко получалось. А сейчас вот не особо. Как-то ванночка маленькая, подосланная. Ролики очень толстенькие, такие упитанные. Не, я все правильно сделала. Вот самое то. Поел, не пережрал. Самое то, насладился вкусом. Потому что дальше это уже было бы обжорство. Это уже был бы грех чревоугодия. Поэтому 9 штук. Само то. Там у них 9 видов всего было. Я в магазине брала. В Мегамарте. Рядом с моей работой. М-м-м.
Нормально, пойдет. Неплохо, неплохо. Так. В кунжутной. Такой, в кунжутной панировке. И я взяла его и сломала. Ну, как сломала? Я бы его и не сломала, если бы... Если бы он был бы классный. Если он был бы хорошего качества, я бы его не сломала. Они, суки, разучились, что ли, делать. Какие-то, да? Какие-то не очень-то. Ну-ка, сейчас я его руками засуну в рот. Ну, не пропадать же добро. Кстати, на вкус неплохое. К чертовой матери эту хуйню. К чертовой матери, говорю же. Вы что, видите, какой сейчас нарядный оказался? С этим, с икоркой. Ну-ка, давай ванночку его помочим. Помочим, блядь, размочим. Опять отсюда не достану. Давай, один бачок, второй бачок. Видите, да, как плавает? Ну-ка. К чертовой матери, блядь, эти палки. Сижу, выебываюсь. Неплохо. Пойди прочь, баночка с имбирем. Можно сказать, что самое то, ни много, ни мало. Я наелась. Ну, ела ли я в своей жизни что-то вкуснее? Однозначно да. Но иногда для разнообразия немножко роллов не повредит. Спасибо вам, мои хорошие, за идею. Было неплохо. Так.